Жить спокойно и счастливо учителю литературы Валерии Серченко мешают соседи. Пили горькую жильцы квартиры сверху всегда, только в последнее время зачастили приглашать гостей, задерживающихся на месяцы. Стали больше шуметь и дебоширить. Последней каплей в чаше терпения Валерии Андреевны стала протечка. Нечистоплотные соседи живут, не пользуясь канализацией. Когда, значит, они все-таки сподобились купить унитаз, они его поставить не смогли, они его разбили. Вот, унитаза нет. Значит, они ходят на ведро. Когда я поднялась к ним узнать, в чем там у них дело, долго ли у меня будет течь, я увидела, что вот так вот стоит ведро, а вокруг ведра на полу сплошные фекалии. Ведро выносит ежедневно. В подъезде устойчивый неприятный запах. Валерия Андреевна обращалась и в управляющую компанию, и к участковому. Все лишь разводят руками. Жить становится все страшнее. Конкретно я боюсь, что я когда-нибудь приду домой, а в квартиры своей я не найду. То есть я боюсь пожара, потому что у меня несколько раз вырубал электропроводку из-за того, что промочки идут. Вот аж и в ванной промочки идут, не только в туалете. Вот. И я просто сидела без света элементарно. Я боюсь, что в какой-то момент может быть замыкание. Со всего района в нехорошую квартиру стекаются антисоциальные элементы. Из-за частых ночных звонков жители вынуждены были отключить домофон. Участковый намекнул, хозяин и квартиранты имеют судимости. Когда трезвый бывает, не знаю. Мы все время видим пьяные. То сюда, то туда, то сюда. Один за бутылками бегут, туда идут в дверь. Сейчас вот только вымыли. Вы посмотрите, как у нас подъезд был. В каком-то, не знаю, то ли моча, то ли вино тут разлитое, то ли кровь. Ничего не понимаешь. Вот, понимаете, ну она как же нам жить-то? Разговоры по-хорошему жильцы, терроризирующие подъезд, не понимают и считают, что в своей квартире вольны делать все, что угодно. Мне не нравится в моих соседях то, что они выпивают, злоупотребляют алкогольными напитками, проливают канализации нижние этажи и постоянно находятся в алкогольном опьянении, нетрезвом. Запах очень сильно идет из квартиры. Беспокоит жители подъезда и судьба 6-летнего мальчика, проживающего в неблагополучной семье. Ребенок почти не выходит из дома и живет в антисанитарии. Мальчика, да и весь подъезд нужно спасать, считает уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Ковалева. Валерия Андреевна почти опустила руки и не знает, что делать. По мнению омбудсмена, нарушение общественного порядка должно быть наказано. Раз там ребенок 6 лет и находится в таких условиях, здесь уже должны принимать меры соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и полиции. Если идет уже антисанитарный, то здесь даже и привлекать соответствующий комитет. Наталья Ковалева посоветовала жителям набраться терпения. Пока полиция, комитет по делам несовершеннолетних и управляющая компания будут отвечать на запросы омбудсмена и принимать меры, пройдет не одна неделя. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.